Шишкина, где можно поесть хрустящие хлопья вот такого плана под домашним кофе. Находясь по работе, можно перекусить дрожже хрустящими хлопьями с великолепным молочным шоколадом, импортированным у нас из Турции. Даже голову можно дать. Походу птичке понравилось. Очень веселые дрожжи. Джази. Кире очень нравится. Ужасно калорийная, конечно. Здесь у нас так, масса не то 50 грамм, то есть можно поделить пополам, если все съесть. И здесь у нас 475 килокалорий. Что неудивительно, конечно, это все есть не буду, но килокалорий на 150 употреблю, потому что это будет полноценный ужин на сегодняшний день. Перед тем, как я вернусь домой, нормальный, хороший DC перекус. Да, голуби. Мастики тоже любят есть такое. Конечно же, с эмендемсом это не сравнится, но тем не менее дочка называет их еще эмендемсиками. Всем веселых перекусов, сладкого чаепития. Пока!